practical Russian with Tan. Phrasal verbs with Tan. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим несколько фразовых глаголов. Что такое фразовый глагол? What is a phrasal verb? Название фразовый глагол произошло от слова фраза. Во фразу входит несколько слов, чтобы получился смысл. Фразовый глагол формируется из нескольких частей. Фразовый глагол – это сочетание глагол плюс наречие, глагол плюс предлог, глагол плюс наречие и предлог. Это цельная смысловая единица, которую нужно воспринимать как одно слово, а не сочетание слов. Зачастую смысл фразового глагола далек от смысла каждого входящего в него слова по отдельности. Рассмотрим несколько таких глаголов. The name phrasal verb comes from the word phrase. The phrase includes a few words to make sense. A phrasal verb is formed from several parts. A phrasal verb is a combination of verbs plus adverbs, verbs plus propositions or particles, verbs plus adverbs plus prepositions. This is a whole semantic unit that needs to be perceived as one word, not a combination of words. Often the meaning of a phrasal verb is far from the meaning of each word included in it separately. Рассмотрим значение несколько распространенных предлогов, которые используются в фразовых глаголах. Consider the meaning of several common prepositions that are used with phrasal verbs. Получать. To get. Get in. Входить. Городить. To fence. Fence off. Огородить. Хранить. To keep. Keep at. Не пустить. Мы не можем войти, они огородили, чтобы не пустить нас. We can't get in, they fenced it off to keep us out. Говорить. To speak. Speak up. Говорить громче. Говори громче. Не мог бы ты говорить громче, Джон? Could you speak up, John? Класть. To put. Put off. Сбить с толку. Мам, это Терри. Пусть его внешность не собьет тебя с толку. Он действительно милый. Мам, this is Terry. Don't let his appearance put you off. He's really nice. Падать. To fall. Fall out. Выпадать, выпасть. Выпасть от. Мои волосы выпали от беспокойства. My hair fell out with worry. Уставать. To tire. Tire out. Скипеть от. Мой мозг вскипел от переживания. My brain is tired out with worry. Ходить. To go. Go in. To participate. Участвовать. Я всегда участвую в конкурсах красоты. Я никогда не думала, что выиграю. I always go in for beauty contests. I never thought I'd win.
Beginning with A. Account for. Составлять, объяснять, учитывать. Act on. Принимать меры. Act up. Капризничать. Add on. Включить что-то, прибавить. Add up. Суммировать. Aim at. Стремиться к. Прицелиться. Aim at. Рассчитывать на. Answer back. Возразить. Дерзить. Ask for. Требовать. Ask in. Пригласить. Ask out. Позвать куда-либо. Ask over. Переспросить. Ask in. Не оставляй своего друга на пороге. Пригласи его войти. Don't leave your friend on the doorstep. Ask him in. Account for. Как вы объясняете его странное поведение? How do you account for his strange behavior? Aim at. Очевидно, что эта реклама рассчитана на подростков. This advert is obviously aimed at teenagers. На сегодня все. До скорой встречи. До свидания. Goodbye.